Друзья, вот так вот выглядят новые гильзы для гидроцилиндров. Как раз вот мы их и меняем, также и шток меняем. Вот они, поршни. Вытачиваем это все сами. Участки по ремонту гидроцилиндров, работа кипит вовсю. Сейчас пока обед. Решил вот вам показать, вот до обеда, сколько гидроцилиндров разобрали. Друзья, вот у нас участок по электрике. Вот собираем тут приборку. Полностью все новье. Также всю обмотку, всю проводку. Все здесь собираем. Итак, друзья, что у нас в сборочном цехе? Вместо трактора из Алексеевского района собираем. Готовимся к сборке трактора из Магнитогорска. Задняя часть трактора будет усилена, то есть установили усиленную заднюю полураму. Как мы усилили, я уже вам показывал. Вот он, лонжерон. Вот щека стоит, усилитель. И изнутри. Вот. И также будет задний мост, на нем усиленный. И передний мост у него будет простой. Мосты полный капитальный ремонт. Чулки все это наплавляли, растачивали. Конечка здесь новая, полуось новая. Труба шарнира наплавлялась, два слоя. Все растачивалось. Дальше втулки. Ось сами изготовили и также под втулку уже растачивали переднюю полураму. И также тут растачивали под втулку пальца гидроцилиндра. И вот эта проставка здесь новая. И дальше на место Балтасинского трактора у нас трактор 701. Собираем на продажу. Мосты простые. Также полный капремонт. Гидроцилиндры. Гильза, шток новые. Крышки и шпильки свои родные. Поршни новые. Работа по передней полураме. Все то же самое. По трубе шарнира все то же самое. По задней полураме. Ну тут не усиленная, тут уже простая задняя полурама. Мосты тоже сзади простые, не усиленные. И тут уже подготовили к окрасу. Про них я рассказывал в прошлом выпуске. Все резьбовые прогнали, болты закрутили, чтобы краска не попала. Выходные будем красить. Ну вот, сегодня добьем вот эту заготовочку. И вот этот Магнитогорский. Тоже мосты все навесим, гидроцилиндры навесим. И выходные будем красить. Вот такие вот халяр, друзья. Кабина тоже у нас сегодня отправится в малярку. Это у нас кабина на Балтасинский трактор. Вот единственное, как раз у нас загвоздка в кабине стоит. Трактор пока стоит в том цеху, в новом цеху. Вот вы, наверное, уже смотрите и думаете, а где трактор из Балтасии, куда он делся. Сейчас давайте я вам его покажу. Ну и вот он, друзья, Балтасинский трактор. В новый цех мы его загнали.
чтобы просто так не стоял пока. Кабину будем шаманить. Кабриолету. Кировец кабриолет. Сиденье поставить. Интересно, но в таком виде работать летом. Обдувает хорошо, но, наверное, небезопасно. Ладно, это все шутки. Ну что у нас здесь осталось? Ждем кабину. Кабину сегодня малярку отправят. На следующей неделе будем устанавливать. Трактор тоже у нас. Получается пушка, огонь. Резина здесь родная. Как он собирался, я тоже все это показывал. Распределитель новый, гидросила, новая приборная панель. Кстати, давайте я вам сейчас отсюда выйду, покажу участок по ремонту, где вот по электрике, в общем, где собираем приборку, где проводку обматываем. В общем, давайте поехали дальше. Запускаем трактор из Ульяновской области. Тут у нас двигатель 238. Это у нас К700А. Без МЗН. Все четко. Все хорошо, все отлично. Где-то семерку показывает, а нет, даже 6,5, наверное. Коробка около десятки, воздух набирается. Колонка у нас регулируется, педаль, оп, все, сигнал.
И научиться бы мне сейчас еще ездить на тракторе. Но я научусь, покажу вам, как я езжу на нем. Имеется в виду не на этом тракторе, а в целом на Кировце. Вот он набрался. 6 шестерка. Газ. Подкачка у нас с этой стороны, глушилка тоже с этой стороны. Так. Все, вырубили. Ну вот, в целом, друзья, вот так вот. Ну все, сейчас будем запускать 701-й. С Алексеевского района от Ильназа. В прошлом видео я не смог вам показать, МЗН не работал. Во! Сейчас МЗН работает, прямо отсюда слышно. Просили показать запуск В12. Трактор у нас с электромуфтой. Если будет греться, можно принудительно включать. Поворотники есть сзади. Включи фары. Поворотники работают. Стоп сигнал есть. Есть. Дворники! Дворники, дворники! Это средний, посередине фара. Все, дворники работают. Сигнал! Все, отлично. Ну все, осталось боковушки, утеплитель. И резинку поселить. В целом будет готовый уже. Можно отправлять. Ну вот и все, друзья. На сегодня я видео завершаю. Всем, кто досмотрел, всем огромное спасибо. Если видео понравилось, также
поставьте лайк, поддержите меня лайком. Если не понравилось, ставьте дизлайк. Я не обижусь на это. И если не подписаны еще, подпишитесь. И если хотите получать уведомления по ремонту тракторов, по сборке тракторов, вот как мы ремонтируем трактора, по каждому трактору есть видеообзор, то подпишитесь и уведомления поставьте. Всем пока!